Всем привет! Сегодня я буду одевать вот такого чудесного гусика. Чуть-чуть запишу вам видео. Для этого нам понадобится чуть-чуть клей ПВА, клей Момент или гель Момент, обязательно прозрачный, зубочистки, вот такая шуршающая кучка юбочек, я буду их примерять. Ну, в общем-то, и все. То есть гусик готов к работе. Я его верхнюю и нижнюю часть выгладила, высушила, подтонировала. Оставила лапки, где еще вот остались местечки. Это не очень существенно и не страшно, потому что вот это все будет закрыто. И еще будет тонироваться. Вот эту часть я стараюсь не красить, просто чтобы, когда делаю шубку гусику, лишняя красочка, чтобы она не мешалась и не плыла вдруг, и не создавала дополнительных каких-то неудобств. Вот. Ну и, собственно, можно приступить. У него, у гусика предполагается вот две таких юбочки беленьких нижних. Поскольку это игрушка, то они должны быть такие вот нарядные, пушистые, шуршащие. Они будут одеваться вот так, одна за другой. И потом я буду смотреть их длину, насколько она мне понравится, и уже буду закреплять клеем. Thank you.
Thank you.